провел почвенное обследование. Более тысячи теоретиков и практиков со всей России, а также ближнего зарубежья, съехались в Орел, чтобы принять участие в Дне поля-2015. 7 июля на базе Орел-ГАУ пройдет международная научно-практическая конференция «Защита растений. Вызовы, инновации и перспективы». 8 июля День поля будут принимать на Шатиловской опытной станции. Губернатор Вадим Потомский пожелал участникам и гостям продуктивной работы, а также подчеркнул важность проводимой выставки. Посетят нас и федеральные структуры, Министерство сельского хозяйства, которые должны тоже своим вниманием в очередной раз подчеркнуть, что мы идем в тех направлениях, которые указаны президентом страны. По-другому не получится. Мы настолько зависимы по ряду направлений, в том числе и в сельском хозяйстве, особенно по семенам, что ситуацию надо исправлять. Главное, наверное, преимущество Орловской области, что здесь климатические условия, позволяющие производить испытания сортов и гибридов, и потом, в случае положительного результата, дальше уже этот опыт переносить минимум 8-9 регионов Центрального федерального округа и других регионов. Поэтому у нас будут практически все селекционеры России. День поля в этом году будет проводиться уже в 19-й раз и станет своеобразной репетицией перед 120-летним юбилеем Шатиловской опытной станции, который будет отмечаться в будущем году.